Что? Он не справился, ребят. Ребята, так. Ну, неплохо, кстати, ребята. Да, кстати, смотри, как прет. Ничего себе. Он лучше едет. Еще колеса, наверное, у него побольше. Какой-то он неустойчивый. Ты аккуратней. Что, ребята, он сразу не выдержал. Всем привет, ребята, это канал Горюшин и Груша, и сегодня мы играем в Мадраннер. В прошлый раз мы тоже сказали Мадраннер, но да. Это был Медау 2. Сори. Да. Но теперь точно Мадраннер, и у нас ХТЗ, ЮМЗ, МТЗ и Т-40. Т-40. Битва тракторов. Начинаем с ХТЗ. С ХТЗ. ХТЗ, да. Сразу пишем, что за тракторы, где чего произведены. Да? Это у нас современный трактор, но с него и начинаем, ребят. Заводи! Пишите в комментариях, кто же сегодня в этой битве победит. Заводи машину, смотри. ХТЗ. О, поехали. Давай. Ну. Что-то он у нас какой-то такой вяленький. Проскочит. ХТЗ, да. Застрял! Да ну! А, у нас полный привод не включен, ребята. Да. У нас не включен полный привод. Это читерство, мне кажется. Почему? Вот, тут еще блокировка дифференциал, но он, правда, предлагает механическую коробку. Механическую. В общем, битва тракторов. А посмотри на задний план. Стоит поезд, сошел с рельс, и он УАЗик разбил. Да. Ну давай, вот на полном приводе он проезжает. Он на полном приводе проезжает. В общем, у нас сегодня, ребята, будет битва тракторов. Посмотрим, кто же выиграет. Давай, погнали. ХТЗ первый. Ну такой, да, интересный трактор. Передача 4. О, несется. Ну, неплохо. Поехали. Посмотрим, как он еще будет водные преграды проходить. Да. Думаю, что сегодня кто-то из них выиграет. Думаешь? Ну, давай посмотрим. Может быть, кто... Кстати, кто-то из вас просил, Мадраннер. Может быть, кто-то из них не выиграет. Да, скорее всего, как всегда. Либо грохнется, либо утопим, да. Как обычно. Ну, начинаем с ХТЗ, вроде нормально. Поехали. Давай, здесь направо, да? Пойдем направо, поехали направо. Мне кажется, ХТЗ, это... да? Да. Все правильно называю. Просто там мне... Может, Харьковский тракторный завод? Да, кстати. Поехали. То есть это украинский. Давай. Вот здесь проско... Ну, с такими колесами, в принципе, фигня. И через водную преграду. Давай. Вот здесь начало его вязать стало его. Ну, в общем... Надеюсь, протащится. Кстати, ребята, оцените от 1 до 10 каждый трактор. Как один? Да, но вот когда мы кажется, закончим все... Вот ниже, ну, я не буду говорить, но потом... Я потом скажу в конце видео. Давай, вот здесь. Главное, мы даем балл трактору, но если он доедет до... Вон, метки. Метку надо открывать, она нам дает, позволяет открыть карту. Ну, не балл, а просто то, что он проедет. Короче, от 1 до 10 ставьте свои оценки каждому трактору. Или просто пишите, какой вам понравился. Но это по результатам, потому что сейчас непонятно. Этот вроде выводит. Да. Так что мы в конце того, как трактор проезжает до конца, мы говорим, если проехать... Если доезжает. Да. Ну да, все, поехали тогда. Ой, здесь тут вязкость, не любит он вязкость. Странно, хотя, да, полный привод, большие колеса. Да, кстати. Может, мощности не хватает, конечно. Наверное, так. Да. Ой, что-то механическую коробку включили. Механическая коробка, да. С ней сложновато, да. А прикинь, еще с рулем играть в Мадраннера. Кто-нибудь играл в Мадраннера с рулем? Ну, наверное. Поехали. Как сюда, неплохая идея. Давай, родной. Ты такой красивый, современный, я должен справляться. Жесть. А, он проходит. Да, он прошел. Он прошел, ребят. Прошел. Сейчас мы, когда он доедет до... А где следующая метка? Ну, вот я пока не знаю. Что-то он засел, мне кажется, да? Нет, вроде нормально. О, мост! Вот это сейчас надо быть опасным, потому что здесь она только сосредоточится. Но тут перила есть, но я не знаю, как будет там. Ой! Смотри, как его боком понесло. Если он сейчас упадет, он проиграл. Смотри, что сделал мост, он ему дал разгон. А если бы он уже утонул, то все, мы его уже бы не зачитали. Все, да. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, так. Не, ну здесь, кстати, видишь, твердая поверхность.
Еще мост. Нет, нет, не падай же. Еще мост. Интересно, если колесо попадет сюда, давай, задний ход. Не падай, надо ровно. Да не, не упадет, не упадет, не переживай, нормально. Не переживай. Нет, тут, наверное, перила не ломается. Ох, как его несет боком-то, и тут разгон пошел, да? Не, смотри, кстати, ХТЗ хорошо возглавляется. Ну, не самый быстрый, кстати, да. Ребят, не самый быстрый. Украинский трактор прет. Давай, 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 давай. Трактор, харьковский трактор мы называем. Так, на дорогу, смотри, там какая-то яма. Что? Он не справился, ребят. Ребята, там была скрытая яма, я не видел. Там как бы все уходит вниз, но справа обрыв. Да? А завести можно? Можно, завелся. Мы его пока не снимаем, молодец он. Все. Все, сел. Сел на ось. Сел на кардан да, сел, да. Ребята. Ну что, следующий, да? Надо следующий выбирать. Ну что, ребят, он не прошел. Выбирай следующий. Харьковский трактор не прошел. Я считаю, что мы давай сейчас поставим ему несколько. Вот это белорус, по-моему, тоже, да, белорус? Только белорус. Другой, да, белорус, только теперь другой. Теперь у нас вырезают дело белорус. МТЗ-80. У нас 4 трактора, да? О! У нас 4, да? Да, да. О! Интересно, нам не будет ковш мешать? Кстати, когда мы гуляем по улице, мы тоже его видим. Да, не везде. Белорусов больше всего. Да. Мне он больше всего, если честно, по виду мне больше всего нравится. Ты смотри, как он прыгает. Да. Но несется он лучше, кстати. Вот ковш как с водой будет, я не знаю. Харьковский трактор, к сожалению, не справился, не знает. Да это мы не справились с управлением, он справился. А, ну да, он справился. Это не трактор, это мы. Ну все, но он не прошел. Поехали. Мы справились, но он не прошел. Это был украинский трактор, теперь Беларусь вступает в дело. Беларусь. Смотри, что будет на путях, интересно. Опа, нормально такой. И вот вода, меня больше всего беспокоит, что ковш будет мешать, сопротивление будет. Так, ну неплохо, кстати, ребята. Да, кстати, смотри, как прет, ничего себе. Он лучше едет. Еще колеса, наверное, у него побольше. А он, кстати, смотри, не полный привод. Он не полный привод, написано недоступен полный привод. То есть только задний. Жесть. Там поближе сесть. Ну, то есть ты в камеру не попадаешь. Да. То есть он как бы без едет, жесть. Только задние колеса у него ведущие. Да. Так, ну вывез здесь без воду. Без полного привода. Да, наваливаю, пишет. Это же просто жесть. У нас еще вентилятор работает, смотри, да. В салоне. Если честно, когда... Кстати, вот я не честно, я такого не видел прям сеточным, да? Ну, с сеткой, да, защита от камней, от всего, кстати, грамотно, грамотно, ребят. Вентилятор, жарище в салоне. Да. Так, его смотри, ждет... Смотри, белорус очень хорошо справляется. Его ждет мост. Вот это вот участок, где жижа, видишь, тяжело всем дается. Так, давай его сюда, немножко в лес, чтобы ему полегче было. И к мосту. Так, так, давай, дружок, давай. Вот к мосту мы езжаем. Вижу мост. Интересно, как пройдет с грязной резинкой. Так, нормально наваливает. Вот сюда нам мост. Так, давайте, ребят, аккуратно. Смотрите, какое течение жесткое. Тихо, тихо, тихо. Этот провалиться может посередине. Да. И тоже, смотри, ему вот ускорение. Ребята, просто... То есть мост дает ускорение, и они дальше едут. Давай, пап, я сейчас, знаешь, сколько поставил? Я бы сейчас 10 из 10 поставил сейчас. Да? Ну ты смотри, кстати. А вот... Харьковскому трактору я бы поставил, не знаю, 5 из 10. Ну, он просто медленнее. Да, но он тоже ехал нормально. Ну, я думаю, 8 из 10. Если бы мы не грохнулись. Поставлю так, чтобы быть 8 из 10. Вот еще мост. Так, а что это не дает? А, смотри, нас не пускает. А ты знаешь, какой следующий трактор поедет? Следующий? Ну, Т-40 давай выберем. Т-40, давай. Пишите, что это за трактор. Такой старый просто. Как поедет. Погнали, ребят. Здесь где-то была опасность. Помнишь, где мы завалились, нет? Да. Так вот, знаешь, как его подкидывают? Главное, повнимательнее. Вот она, эта яма. Нет, левее, левее, левее. Туда. Опять. Ну, этот вообще без шансов. Смотри. Задние, передние ковши держат его в воздухе. Посмотри. Ребят, просто жесть. Но он тоже не пройдет. Это без шансов. Опять ошибка, наша ошибка. Вот Т-40. Я думаю, что, мне кажется, никто не пройдет. Просто ржавый руль. Т-40, да? Заводи, да. Интересно, как он заведется. Дым пошел, смотри. А по виду он какой? По виду он, смотри, какой старый, раздолбанный. Просто какой-то вообще чудовище. Отстой просто.
Но зато, может, он быстрый? По виду плохой, но по скорости, смотрю. По скорости он нормально, кстати, ездит. Ну, вроде да, кстати. Что-то какой-то он неустойчивый. Ты аккуратней. Что, ребята, он сразу не выдержал. Он сделал сальто, ребят, практически. Он сразу не выдержал, он поехал на всей скорости и прям завалился, ребят. Следующий. Остался последний трактор, да? Последний? Да, да, этот у нас, помню. Надежда на последнего, если... UMZ. Если... Хотя он, возможно, может он выиграть. Хотя не знаю, кто наш игрок. Так. Просто Т-40 подвел. Он вообще неустойчивый. Так что смотри, резко не поворачивай. Вот эти трактора, они не очень устойчивые. Да нет, вроде нормальные. Но я думал, что этот выиграет, поведем. Да? Ну давай попробуем. Так, у него тоже полного привода нету. Да. Поехали вот сюда, тихонечко. Сейчас через рельсы. Ну тут такой приличный салончик, кстати. Ну что сюда. Хотя тоже выглядит, старый трактор. Выглядит по-старому. Ну, на белорусы похож тоже. Прыжок, оп, нормально. И что по воде будет? Ну, помедленнее, чем белорус. А где у нас водитель? У нас не осталось водителя, всех каналов валяется. Да. О, как по воде идет. Ну, идет. Вывозит пожиже, смотрите, ребята. Да, идет нормально. Свет мы включили дополнительный. Нормально. Так. Я надеялся на белоруса, он был хороший трактор. Но мы его тоже завалили, это не он виноват, это мы виноваты. Понимаю. Это мы просто эту яму недооцениваем. Ну, она очень коварная, мы хотели по краешку проехать, меня сразу завалили. Ну, пока, если честно, по движению, ну, по скорости по движению выиграет белорус. Вот, белорус, да? Пока этот, думаешь, медленнее? Намного. А вот если бы Т-40 ехал, он бы вообще летел. Но он неустойчивый. Ну, да. Так, давай. Т-40 вообще слился полностью. Он прям сразу, когда вот уезжаешь на лесу, потом все падает. Так, тихо, вот мост. Первый. Надо поменьше было бы давно. Первый мост, давай. О, боком его. Ну, это нормально прошел. Колесики тоненькие стоят. Не, я тоже за него переживаю. Я за себя. Вот это битва, ребята. Просто я переживаю, что ни одного победителя не найдется. То есть, если мы проедем эту яму, где все завалились, мы уже победили. Не, победил, ну да, победил. Если мы дальше всех проедем, так, мост еще, елка посередине. Именно по скорости выигрывает белорус. Белорус, вот, давай. А вот кто дальше проедет, ну, вот тут, наверное, уже... Как он сейчас называется? UMZ, да. Давай. Вот здесь, вот смотри, как прыгает его. А вот мосты, вот он, эта яма. Аккуратней. Давай. Он проехал! Давай, проходи здесь. Вот. Уже победили, можно сказать. Да. Так, здесь ускорение. Смотри, уже другая местность. Вот точка пошла. О, куда мы забрались, смотрите. Это уже деревня какая-то. Так, открыли. Карта местности открыта. Отлично, ребята. Давай. Круто. Вот. И теперь... Ну, все уверен. А вот, смотри, лесопилка. Лесопилка, да. Тоже можно открыть? А, у нас прицепа нет. Это был бы прицеп, мы сейчас взяли бы. Смотри, брём. Кстати, да. Не очень, сейчас не очень нравится Мандрана. Прикольная игра. Графика отличная. Да, графика. Вот когда ты попадаешь в воду или в грязь, там вот это как настоящий. Да, ребята, да, Мандрана. Есть Питер еще спин... Ой-ой-ой-ой, спинтайра. Смотри, у нас урон движку. Еще Сноураннер. И Сноураннер тоже новее. Просто какой прыгает. Посмотри. А дорога, смотри, плохая какая пошла. Просто подбрасывает его. Мне кажется, он все равно. Мне кажется, выйдет. Что-нибудь... Смотри, что там впереди. То ли дождь, то ли вечер наступает. Что-то, что-то черное все. Да. Смотри, как там страшно уже, смотри. Фонари светят. Деревня! Мы приехали в деревню, ребята. Раздолбанные газы. Раздолбанные. А, вон. Газель. О, да. Как... А, вон, смотри, метка, это последняя? О, надо открыть. А что там такое дальше? Это дорога раздолбанная? Так, карту еще открыли. Отлично. Но он победитель уже в любом случае. UMZ рулит. UMZ получается, да. Поехали дальше. По скорости страна Беларусь. Вот, это лужа или мост? Что-то я не могу понять. Так, деревню проехали. Ой, как страшно уже, смотри, там лес тут черный. Да. Не, ну нормально едет, но как-то медленно. Медленно? Да. Не знаю. Давай больше наваливай. Давай, ну.
3. Вот смотри, смотри, свет неплохой у трактора. Вот скажу, что... Свет. Да. И скажу, что белорус самый быстрый сейчас. Самый быстрый белорус. Зато этот проехал все. Да. Ну, видишь, мы на опыте уже. Мы уже 3 угробили. Да. Этот едет, смотри. Лесопилка. Это финиш, ребята! Да? Это гора. Да! Есть, да! Сейчас мы тачку откроем, смотри. Тачку открываем. Так, все, ребята, это был финиш. Это был финиш, ребят. UMZ победил всех. Победил всех, да. В этот раз становится победителем UMZ. Поздравляем! Давай. О, вырубай двигатель. Но по скорости, фары. Но по скорости был чемпион белорус. Так, заглушили движок, да. Погасили фары. И на этом мы заканчиваем. Поздравляем UMZ. Он выиграл в сегодняшнем противостоянии. Ставьте свои оценки, заходите на Instagram, Рутюб, Дзен. И до новых встреч. Приключений.